пока дошел, ребят, весь мокрый. Приветствую вас, бродяги и любители активного отдыха. Фу. Долго меня не было на канале. А на канале, ребят, не было в связи с отсутствием у меня камеры. Она у меня просто разбилась. Вот, и пока не было средств купить новую камеру. Но сейчас, друзья, я приобрел себе новую экшн-камеру и могу смело восстановиться на свой канал и снимать для вас прекрасные фильмы с сибирской тайги. Эх, комарики кусают. Ну, сегодня у меня, ребят, поход за грибами, поход в безлюдную тайгу, в сибирскую глушь. В общем, заглубился уже как можно подальше от людей. Вот, хочу поискать лисичек. У нас, кстати, полно уже пошло грибов, ягоды всякой. То есть малина, кислица, черемуха. В общем, ягоды в лесу навала. Тайга, ребят, у нас сибирская суровая. Поэтому ходить тут с корзиночкой за грибами не вариант. Потому что можно упасть, споткнуться и все грибы рассыпать. Так что я хожу в лес с пакетом. Вот, ну видите сами, да, у нас тут бурелом, ветки кругом, трава высокая, выше меня ростом. Вот, ну а я только поставил свой рюкзак, вот он у меня стоит. Сразу маленько отошел, и вот они, ребят, лисички наши. Благо, друзья, они вот такие рыженькие, их можно легко заметить. Вот, кто-то, не знаю, друзья, много ходят легенд всяких, мифов, что кто-то говорит грибы выкручивать, кто-то говорит ножом резать, кто-то вкручивать. Короче, друзья, я не знаю, я грибы обычно срезаю ножиком. Поэтому строго, если что, не судите, не пишите мне в комментариях гадости, что там портится какая-то грибница у них. Ничего у них не портится. Вот, также я в том году, кстати, на этом же месте я резал лисички и также их срезал, не выкручивал, никуда не вкручивал, в общем. И вот они на этом же месте есть, потому что я пошел по старым своим местам. Вот в таких вот у нас они в буреломах растут. Не на мху, ребята, как вон этого друида Феофана вчера вечером смотрел. Ходит по мху, их собирает. Вот мне бы такой мох. Я бы, наверное, в тайге не вылазил. А то по такому бурелому находишься, да потом еще на работу идти, блин. Ё-моё, ноги гудят с вечера. Вот. Вот так вот у нас лисички здоровые. Ножка толстая. Вот так вот они выглядят у нас. Вот такие большие, громадные. Есть, даже еще больше встречал. Так что я чувствую, мы сегодня наберем на жареху. Ну вот, ребят, смотрите. Небольшая поляночка, еще лисичек. Вот такие вот они. Прям такие свеженькие. Здоровенькие. Я думал, они уже все-таки отошли. Я нынче не поем картошечки жареные с грибами. А нет, фортуна мне улыбнулась пока что. Ну, мы еще походим, конечно. У меня мест таких-то много грибных. Так что будем резать. Вот такие вот маленькие, хорошенькие. А то скоро у нас могут быть заморозки, поэтому можно без грибов остаться. Смело причем. Ну вот, уже что-то чувствуется в пакете, что хоть что-то есть. Уже все не зря в тайге нахожусь. Сейчас маленько походим, поищем еще грибов. Так встречается много этих кульбиков, груздей белых. Вот они не кульбики, они
как-то по-другому, бычки что ли их называют. Я их беру очень редко, вот они. У них ножка внутри полая с дырочкой. И как-то не очень мне они нравятся. Если только солить их. Вот. Грузди тоже вот белые, черные, тоже их солят. И зимой с картошечкой. Очень вкусно. Или даже под 150 грамм можно употребить. Ладно, сейчас походим по козырным местам. У меня тут еще несколько местечек. Вот на той стороне горы. И вот с этой стороны тоже козырные места есть. А там встречается чага. Вот, хочу еще набрать чаги, потому что у меня заказывали чагу. Вот, поэтому надо насобирать. Заодно сразу лесную малинку вкидываю, иду, чтобы хоть каких-то витаминов покушать нынче таежных даров наших сибирских. Лесная малина у нас намного слаще, чем обычная домашняя. Вот. Домашняя она больше и она кислая. Так вот, ребят, идет лесная дорога. А тут на дороге вот такие вот бычки, кульбики растут. Один вот даже вот такой маленький. Они скользкие, а их надо либо брать ведро целое, либо не брать вообще. Видите, что у них с ножкой внутри? Так, ну а это кто? Это подъельник у нас их называют. Или маховик. Но тоже с червями. Вот что мне нравится, друзья, в лисичках, что они никогда не бывают червивыми. Они прям, как только вылезут, поспеют, постоят и потом сразу отходят. Вот. А такие все грибы, они вкусные, да, с картошечкой прям, с жареной, вкусные. Но они могут быть с червями, когда варишь, и в них вылазят белые черви. Вот. Даже запах грибной такой, таежный. Ох, вот как идти по таким завалам, я не знаю. Такие буреломы, это ужас. И вот с каждым годом вот так вот тайгу заваливает, заваливает. Никто ее не расчищает. Перегнивает дерево очень-очень долго. Вот лес прям старый такой. Видно, что старый. Его ломает ветром. Да, ребят, пока шел сейчас до своего места. И не могу понять, то ли выше, то ли ниже идти. Все одинаковое, блин, смотришь, прям реально все одинаковое. Вот одно определение было, что была береза большая, и был на ней березовый кап большой. Вот это место я запомню. Сейчас случайно вот здесь вот вышел. Я уже думаю, сейчас включусь, скажу это, что не могу найти место. И вот. Нашел, кстати, место, и когда в позапрошлом году или в том году мы тут с дочкой готовили кушать, резали лисички, тут была целая поляна лисичек, она и сейчас есть. Вот, видите? Сейчас пройдемся ближе, я вам покажу с камерой. Хотя я их тоже самое резал их ножиком. Вот, но они как здесь отходят уже. Они как-то уже высыхают, видите, вон. Вот. Но их было в том году больше было. Нынче их как-то не так. Не так сильно много. Вот. А то уже думал, блин, не найду, наверное, то место грибное. Нет. Повезло. Вот он, кстати, березовый кап большой. Ну вот они, лисички уже все отходят. Кое-где он есть. Вот, вот, вон. Вон полянка целая тут, вот такая вот. Вот, вот. Вот здесь.
Вот эти еще более-менее здоровые прям. Вот такие. Сейчас сядем, будем тут резать. Смело. Вот, так их тут нормально. Вон, он там, а там, а под этим. Если походить тут еще, тут, в принципе, набрать грибов с пакета-то можно. Да, да не хочется сильно по такому буревому лазить. Можно и ноги сломать, да и камеру жалко уже. Уже, ребята, уже реально, уже на четвертую камеру у меня уже денег нету покупать. У меня столько, ребят, денег с канала нету, сколько камеры стоят. Вот, ну, видите, как. Вот поэтому зимой мне в походах нравится больше. Зимой ходишь, вот таких завалов нет. Зимой идешь как по асфальту, а если на лыжах, так вообще смело можно идти. Плохо, что, ребят, на Sony X3000 нету дисплея. Я вот не вижу ракурс, она снимает как. То ли нужно выше, то ли ниже брать. А постоянно носить с собой пульт. У нас, кстати, у меня она с пультом. И можно зацепиться, оторвать пульт. В общем, вот такие вот громадные лисички. Аномальные прям. Я такие не встречал еще даже. Вот тоже хорошенькие прям грибочки. Но сегодня жарёшка дома будет обеспечена. Так что будем... Сейчас кучки нарежу, а потом соберу их в пакет. Потому что вытаскивать тяжело постоянно с травы. С одного места, ребят. Еще не все. Еще только начал резать. Вот так вот. Складываю просто в одну кучу их сбрасываю, чтобы потом в пакет можно было сложить. А иначе это с пакетом бегать. Это очень долго. Все это будет. Вон лисичек, их тут навалом. Тут, наверное, больше ведра с одного места. Вот. Постоянно попадаю вот так вот на такие места. Такое бывает редко. Главное знать, где они растут. Чтобы не ходить зря, не бить ноги по лесу. А чтоб сразу сел, нарезал. И домой пошел. Да, а вот так вот по тайге, если идешь, нападешь на такое грибное место очень-очень редко. А так вот, если уже знаешь, куда ты идешь, то, естественно, можно набрать грибов гораздо быстрее, чем ходить просто искать. Я бы согласился еще ходить искать, где лес, и там, где мох. По мху, чтобы можно было смело хоть в сланцах идти. Ну а по таким буревом я вон все штаны все намочил. У нас еще, видать, была роса. Сегодня у меня в помощниках нож Мора. Вот такой вот взял себе Мору. Марокниф. Решил спробовать. Для грибов чисто. Он небольшой и не маленький. Такой среднего диаметра. Вот, ну вроде все. Вроде нарезал. А вот и гриб веселка даже есть. Уже выстрелил. Тоже, кстати, лечебный веселка грибок.
Вот так вот с мухами выглядит гриб веселка. Даже мухи тут скопились. Он очень вонючий. Вот здесь его много, кстати. Но они уже выстрелили. И вот кап березовый. Ну, тут маленько прошелся. Больше вроде полянок таких с лисичками нету. Такая вот нехилая кучка с одного места. Даже вон какие двойные какие-то есть лисички. Первый раз такие встречаю. Ну вот, ребят, целое ведро лисичек с одного места. Ну, не считая, что я там собрал на том месте сколько, ну, штучек 5. Вот, сейчас идем маленько ниже. Походим, посмотрим, зайдем на шалаш. Может, там вскипятим чай. Так что в путь. Только ягоды. Сибирские витаминчики. Полезная кислица у нас. Она кислая. Это как красная смородина. Она полезная. Вот из нее вареники, кстати, очень вкусные, с сахаром лепят. Ягодка. Да, в том году ее не было. А нынче прям часто встречается в тайге в нашей. Блин, жуки, клопы еще тут одолели. Вот еще одна небольшая кучка лисичек встретилась по дороге. Здесь вот более-менее они живые. Там то ли засуха, то ли влага большая. Почему-то они это быстро завяли. А здесь они прям такие бодрые, свежие. А вон там, смотрите, ребят, еще небольшая кучечка. Вот она. Под папоротником спряталась. Вон они. Пошли. О, я же говорил, накаркал. Сейчас бегу еще в одну такую поляночку. Ну, нормально сегодня. Удался, можно сказать, день. Поход за грибами. Вот они, ребят. Скрипуны настоящие. Или их у нас называют еще грузди белые. Вот, их солят. Их сперва вымачивают, но этот уже черный. Их сперва вымачивают, а потом солят. Такие вот тоже интересные грибочки. Думаю, друзья, пора обустраивать стоянку. Уже просто сил нету по этому бурелому, да, по горам по этим ползать. Приготовить чайку, приготовить что-нибудь вкусное. Хочется кушать уже. Сегодня иду, ем одну ягоду, больше не ел ничего вообще, ребят. Ой, весь потом обливаюсь. Мухота замучила. Ну, думаю, на этой поляночке, более-менее без травы, я и остановлюсь на чаек, на перекус. Вот, потому что так идти
организм ноги не вечные, ребят. Тут вроде как и с дровами проблем нет, и береста есть. Пить охота не могу, то ли после ягоды так пить охота, то ли что организм обезвоживается от ходьбы такой по такому лесу. О, противопожарные спички. Не горят. Ну, вот это загорелось вроде. С костерком куда веселее. Весь сырой промок до самого пояса. Поэтому надо маленько обсохнуть. Все штаны мокрые до самого пояса, говорю, ребят, капец, роса была, сейчас маленько обсохну и буду готовить, кушать. Да, потяжелее нож здесь бы оказался лучше маракнива. Солнышко выглянуло. Наготавливать я тут сильно не хочу. Просто сейчас сварю пакет с гречкой и сделаю это все дело с тушенкой. То есть получается, обгадкая еда у меня будет сегодня. Потому что сильно разготавливать не хочется. Подсолим водичку. Маленько. Не знаю, ребят, вроде как волокнами мясо или фаршем, непонятно. Сейчас высыпем, посмотрим. Разогреем ее сперва. Не знаю, тушеночка закипела. Вроде что-то мясом пахнет. Ну, непонятно. Снимаем нашу гречку. Я думаю, ей достаточно.
Она больше 15 минут у меня варилась. Опа. Блин, как ее достать-то? Горячая. Сольем водичку. О, два пакета гречки. Но зато тушенки нет. Ее жрать невозможно, ребята, это капец какой-то. Такие деньги отдаешь за банку тушенки, которую невозможно есть. Там даже фарша, блин, нет. С мясом. Это вообще какой-то бред. Благо, хоть помидорчик взял с собой, лучок зеленый, укроп, петрушка, хоть что-то есть. Ну, блин, ну такая тушенка, это капец. Это просто жесть, ребята. Там вообще непонятно что. Хотя написано высший сорт. Говядина тушеная. Стоит больше 100 рублей. За что отдавать? Еще ГОСТовская. Да где же она ГОСТовская? Тут вообще ужас полный. Бред. Ладно, раз тушенки нету, мне хватит одного пакета, наверное. И я вообще не могу. Ну-ка, сейчас вывалим нашу тушеночку, типа. Она даже не вываливается. Все, банка пустая. Банку в костер. Я вообще тут даже мяса не вижу в упор. Тут просто какие-то отходы. Непонятно от чего. Но это не от мяса точно. Соя какая-то, что ли. Соевые отходы, ребята. Капец. Вот раньше была тушенка, так тушенка. Там откроешь, там реально хоть можно что-то разглядеть. Это соя. Ее сразу чувствуется. Мясо не может быть такое. Она сейчас огурчик порежем. О, на обед прилетели. Что закаркали? Кушать хотите? Я тоже хочу. Я вам оставлю, если не доем. Тушенки. Постелил маленько под жопу, а то нам в сырой траве кушать как-то не то. Да. Раньше, правда, возьмешь тушенку, так там хоть видно. А здесь какой-то бред. Полнейший. Ладно, один пакет домой возьму с гречкой. Вот лучше брать, точно, лучше в лес брать с собой мясо всегда. Там хоть знаешь, что ты вообще будешь кушать. А что тут, чайничек вовсю кипит? Вроде не горячий. Сейчас сразу думаю, туда лимончика закину. Заварки лимончика. Ну, что не открываешься-то? Зараза. Что-то, ребята, не осилился я это все скушать, хотя я сегодня ничего не кушал. Вот. Это просто испорченный
обед у меня сегодня. Благодаря такой тушенке. Я, короче, лучше выпью чай с лимоном. А это все вывалю птичкам. Потому что птицы бедные, вон, орут, хотят кушать. Вот, оставлю им еще пакет, пакет с гречкой с вареной. Ну, это правда, ребята. Вот это делают ее в Ленинградской области. Мясоперерабатывающий комбинат «Салют». Ленинградская область. Город Россия. Номер завода даже написали. Ну, хоть бы не писали, что высший сорт. Написали бы говядина там механической обвалки, либо соя с говяжьим жиром. Ну, это капец, это вообще, я просто в шоке. Тушенка свыше 100 рублей и такую чушь, короче, ребят, слов нет. Гнать. Птицы, короче, склюют. Вот здесь прям вывалю все это дело. Это просто кошмар полный. Полная жесть. Лучше чайка с лимончиком выпить. Больше пользы будет. Так что, производители, смотрите, что вы туристам вгоняете или обычным людям. Ее кушать реально невозможно. Это просто жесть какая-то. Тушенка высшего сорта еще вдобавок. Да, у меня слов нет. Я думал, сейчас поем гречки с тушенкой. И эту вывалить надо, птичка, покушать. Сейчас я только уйду, птички налетят, склюют все сразу. Костер залью, чтобы не отпугивало их. Лучше бы я грибы пожарил сегодня. И то бы больше бы пользы было. Натуральный натурпродукт полезный. Ну все, ребят, отобедали. Очень было вкусно. Сейчас можно идти дальше собирать наши лисички. Так что вперед, друзья. Что-то тут маленько странно, все истоптано такими большими следами. Как будто медведь, что ли, лазил. О, ребята, смотрите, какой муравейник встретился. Большой. Там он то ли березу рубили, то ли сок из нее брали. Не пойму. Хоть ягоды поесть. Сейчас, друзья, маленько походил по лесу. Думал, еще, может, на пару полянок наткнусь, но не увенчались успехом. В общем, снимать не стал. В общем, набрали, как с вами, ведро лисичек. И на этом мой поход, можно сказать, закончился. Так что, ребят, я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. Увидимся в походе. До скорых встреч!